Друзья, всем привет! Так, долго задерживать не буду, извиняюсь, времени нету снимать. Так, решил поделиться последними покупками, тюнячками. Итак, во-первых, хотел бы еще обратить внимание, что делаю вот такие вот брелки. Это у нас госномер, там для вас и ваших любимых. Покрытие не стирается, это не бумажка, это сублимация. Также можно сделать с фотографией, с картинкой. Вот такие вот. Я думаю, отличный подарок будет. Так, и по доставке хотел бы обратить внимание, что один данный брелок стоит 350 рублей. Доставка по России не более 100 рублей. И если вы закажете три брелка сразу, это независимо формы, то есть вы можете заказать, например, два с фотографией и один с госномером, и доставка будет бесплатная. И стоимость будет стоить три брелка за 1000 рублей. Так что готовьтесь к праздникам, делайте заказы. И видео снимаю по тюнячкам, по небольшим, так сказать, половина пришла с Алика. А именно, вот такой вот значок себе заказал. Начнем с наименьшего. Так, значок у нас металлический, в виде черепа. Выполнен шикарно, в золотом цвете. Прикольная вещь. Тут у нас китайский тремовский скотч, даже не тремовский, MQM какой-то. Не знаю, как клеится, но... Я обычно китайским не пользуюсь, я всегда покупаю дополнительно двусторонний скотч и уже на него приклеиваю. Так, штучка прикольная, стоит около 60 или 80 рублей, в зависимости от курса доллара. Ссылочка в описании. Далее, в той же тематике заказал вот такие вот, как они называются, не знаю правильно. Ну, вот такая застежка получается на ремень безопасности с надписью Master Mint. Переименую в Master Mint, так как... В последующих видео есть желание поговорить об угонах, по пробах угонов и по методах защиты от угона. Также предлагаю вам перейти сейчас, не сейчас, а досмотреть видео и перейти на канал такой, как Угона Нет, и ознакомиться с видами угонов. Снимают прикольные видео. Ознакомился практически со всеми, очень интересно. И последний. Так, ну, кстати, еще давайте скажем, что это у нас, во-первых, не кожа, к сожалению, но такое среднячковое качество, но надпись вышита вообще круто, все круто сделано, и очень жесткая липучка. Я уже поездил с ними денек, прикольно смотрится, но чуть позже, после установки, все это посмотрим, покажу обязательно все. И самое главное, что сегодня у меня есть, это... Коврики сегодня пришли, только сегодня забрал. Это у нас коврики из материала такого, как называется, Эва. Ну, то есть, он схожий с материалом изготовления тапочек. Он такой, ну, это не резина, но, как объяснить-то, очень мягкий, типа пенопласта, наподобие пенопласта, но намного жестче, не ломается. Заломов не остается. Прикольный материал. В чем плюсы его? В том, что данные коврики не собирают, собирают воду в ячейки, то есть у вас ноги не в воде находятся, как в обычных резиновых ковриках. И вот логотип фирмы Eva Drive. Так, это у нас водительский, крепится на липучке. У меня проблема, постоянная проблема съезжания коврика вперед-назад. Здесь эта проблема решится вот такими липучками. То есть на штатный ковролин она ляжет четко. И на более дешевых ковриках резиновых нету вот этой подножки, ну, где нога отдыхает. В данном случае она здесь есть, и также она закреплена будет двухсторонним липкой и лентой. Как она, не липкая, как липучкой. Вот такие коврики прикольные. Обошлись они мне. Я взял только передние, задние оставлю резиновые. В принципе, свои штатные, скорее всего, продам. Ну как, не штатные, а тоже покупные.
скорее всего, их продам и постелю себе вот эти вот. И выйдут они мне за копейки. То есть два коврика вышли по 500 рублей. Плюс доставка транспортной компании 400 рублей. Итого 1400. Вот такие коврики. Я думаю, очень прикольно. Ну, это все увидим в тачке. Ссылочки на все покупочки в описании. Переходите, смотрите, покупайте. Данные коврики есть практически на все модели. То есть там выбираете модельный ряд, выбираете, какие коврики вам нужны. Можно по отдельности купить только передний, левый, правый, хоть один коврик. Еще небольшая просьба поддержать это видео лайками, так как уже у нас на дворе практически январь месяц. Скоро уже Новый год. Там есть небольшой отрезок выходных. Надо будет разбирать свою аудиосистему, готовиться к новому сезону, собирать новую систему. И поэтому поддержите это видео лайками, чтобы была мотивация снять свою аудиосистему и показать ее вам в том виде, в каком она сейчас есть, до разборки. И объяснить, что к чему, почему и почему все так вышло. Всем удачи, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки. Love you.